Всем привет! В сегодняшнем видео хотел вам рассказать и показать трехходовой клапан от котла и как его отремонтировать. Стандартные приблизительно все трехходовые клапана, они имеют приблизительно одинаковую функцию. В данном варианте это китайский трехходовой клапан. Это датчик температуры горячей воды. Если у кого-то он есть, их обычно два. Второй датчик температуры, такой же самый, но ГВС, он находится сверху возле теплообменника. В принципе, все клапана имеют свой износ. Можно купить в полной сборке, можно купить его внутреннюю как бы начинку в отдельности. В зависимости от котлов и производителя, есть ли по наличию одно либо другое. Так что покажу, как он сейчас устроен внизу, внутри, чтобы вы имели, как говорится, понятие, что в нем внутри. После того, как мы выкрутили верхнюю гайку, сюда подходит пневмопривод, шток, одно кольцо, уплотнительное, которое движется на штоке. Вот так она выглядит внутри. Сейчас отключу вам заднюю часть. Бывает, что уже то же самое надо, чтобы вот эти крышечки или пробочки были тоже одинакового размера. Зато если их они будут разного размера, работать трехходовой клапан не будет. Так что собираем его вот такой последовательности. Это сюда. Нет, это вот так. Ничего не буду делать. И вот это вот так. После сборки покажу вам, как оно все будет в собранном состоянии. Но думаю, с этим может справиться практически любой. Вот так он смотрится в собранном состоянии. Все смазывается, чтобы штоки хорошо ходили. Новая пружиночка. Все закрыто. Так что всем, кому информация была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. До новых встреч!
Всем пока.